Так, примерились, располагаемся. Первые выстрелы 20 метров. Стопудово. Первая сейчас или вверх пойдет, или промажу. Так, ладно, что он сюда не подходил. Горит тебе в огне, кровопийца. Не, держи. Сейчас замерим, ну, 20 метров. Так, 20 метров, мишень, пробуем. Папа, я тебя вижу. Аналогично. Но стреляю сейчас конкретно разнобоем. Это вот именно отпуляться. Вот почему плохо болтать во время стрельбы. О, ветерок. Полный капец. Покусился. Беда. Здравствуйте! Сегодня совершенно случайно мне удалось ответить на очень важный вопрос. Может ли стрела из обычного лука пробить чугунную ванну? Ответ! Нет, не может. Итак, лук на обзор. Мы стреляли, мы посмотрели, а теперь давайте проверим качество стрельбы. Что же там внутри?
Thank you.